Ну, сегодня вчера, блин, в телеге видос был, стоит солдат, ну, лицо закрыто там во всем этом обмундировании, и рассказывает, что нету никакого затопления, что люди нормально живут, а сзади него окошко, и видно, что там, блин, море по колено, как минимум. Прикольно. Это про то, что Ну, это вообще. ГЭС? Это ГЭС то, что разрушили? Да. Ну да. Но там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор. Это их не какое-то атомное. Нормально, сами себе натворили же долбанеты и все. Так это И наши жопа. сделали, это не их, это наши сделали. Да что, наши? Говорили, Ну что это там хохлы долбанули. не. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Они хотели это, типа этой дамбой пугать. А пошло не по плану, больше, чем они планировали. А, ну, Построить. естественно, накроется, как это, как Чернобыль, да? Ну, постройка-то что, 50-х годов. Там быстро поползла, пошла. А там чуть ниже сафари-парк был. Короче, тысячи животных погибли. Понятно.